Выступление президента страны во время прошедшего съезда партии «Нур Отан» вселяет уверенность в дальнейшем развитии малого и среднего бизнеса в стране, считают молодые предприниматели из Атырау. По их словам, новость о том, что 225 миллиардов тенге выделят на поддержку деловой активности и занятости населения – дополнительный гарант со стороны государства. Поэтому бизнесмены говорят, что готовы работать, и у них есть идеи и проекты. Это, конечно, очень важно, так как в эти кризисные моменты, конечно, предприниматели ждут поддержки со стороны государства, так как они сами не могут противостоять одиночку кризису. Соответственно, только наш президент и, соответственно, его программы и программа правительства, которую они поддерживают, надеюсь, что они очень помогут выйти именно с этой ситуации вместе, дружно, не боясь за свое будущее.